Ассаламу алейкум, достар! Сіздермен бірге мен Нони. Бүгін бізде Человек-паук. Жалғасы өрмекші адам, өрмекші Нони. Видеоға лайктарыңды басындар, біз жалғастырамыз. 862 метрді бізде анау үлкен ғимарат тұр екен. Соған қарай қазір баратын боламыз. Кеттік ал. Достар, алдыңғы бөлім сіздерге ұнап жатыр ма? Комментарийге жазып кетіндер, өз ойларыңды. Так, мына жерде бізде көздейтін жер бар. Хоба! Хоба! Бұл видеоның спонсоры BrixBet компаниясы. Нони кезет деген промокодпен сендерге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Хей! Ойбай, кешіріндер. Достар, ағайындар, кешіріндер. Бейтіп секіреміз на жаға. 500 метр. Хей! Секіреміз на жерден. На жерден де секіреміз. На жақтан да зегіреміз. Мәс саған нау. Ваше басқа здане екен ғо? Ар жақта ғыздане ма дезем? Так, на жақта төбелес болайын деп тұр ғо, читай. Я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Ха. Нажмите Tab, чтобы открыть страницу гаджета. Разработки Otto позволяют вам изготовить ударную паутину. Ема. Давай. Жасалдыма? Атаки в воздухе наносят ты, да? Оно, трюк жасалға о. Ема. Все, ну, воздушная акробатика теперь в списке приемов Тида. Окей. Ух ты! Похоже, может сработать. Так. Удерживайте, чтобы вызвать меню выбора гаджетов. Так, ну не везде. Ударная паутина. Шикарно! Доку понравится! Ема, базар жух. На Найр Цеймзе гельп. Лени говорит, что человеков-пауков много. Прикуси язык. Не хватало только армии человеков-пауков. Так. Курме алдыма. Жарит мен на ультр цеврин. А, ну, тұра ма осылай? Оруға болмай ма бұны? Мә! 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 Ема, не ұлт, не ұлт, не ұлт, а, не ма, а слепуха ма? Сейчас будет больно. Мэ! Так. Хоба! Мэ! Сдавайся, останешься в живых! Мэ, мэ! Лату беги, астра! Так. Опа! Ема, кузым на жерде! Вот шпот, так, пистолет тенгаш холамс! Мэ, 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 мэ! Так. Мә! Хоба, қашып қаламыз. Так. Ой, ұстат қызбайым ғой мен, жігіттер. Так, қайдасындар? Қайдасындар? Мә! Ульта! Мә, мә, мә! Мэ, 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 мэ! Так. Берге, берге, берге! Рахатку. Ема! Каш, каш, каш! ХП жинап қайту керек маған. Так. Мынау әлі тұр ғой бейшара. Боевая концентрация бізде толған жоқ әлі. Мә! В смысле, как мужчина? Еще парни. Как мужчина сияқты төбелесіп отыр ғой? Мә! Мә, мә, давай лақтыр жібер. Ема! Человек-паук. Мы накрыли четырех нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки.
Торговля оружием. До конца ультраген жоқ, біз көріндер ма? Адам да паутинамен байлап тұсадық. Мә, қаш, қаш, қаш. Так. Барей! Таусылмайды екен, олар. Мә, атқын келді ма мені, хайуан. Барей! Мә! Эй! Мя! Так. Парей! Так. Кім бар тағы? Давай, давай, ке. Хоба! Мя! Ема! Менде хыпы жоқ бет. Мен хыпыға қарады, ұмыт кетіпін, достар. Келіндер ал. Өлдіндер ғой енді. Мә, 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 мә. Мә. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Мя! Сундерма? Хайуандар. Мя! Так. Хей! Мя! Мені жеңем деп ойламаңдар. Эй! Мә! Так. Предлагаю сдаться добровольно. Мә! Только попробуй что-то. Мә! Мә! Бір хыпымды да кетірмеймін сендерге қарсы. Мә! Қане, қайдасыңдар? Так, қашып қалды. Ема, тиді ма не маған? Тиді ма не, ешак! Мә! Мә, ұйықта. Не ұжырсың сен, а? Мә. Мә. Өлей. Мә. Мә. Мя, мя. Меня тоже. Остановите его, стреляйте, сделайте что-нибудь. В воздухе не достать. Мя. Мя, эй. Тайник Фиска пройдена. А это останется вот Берн. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Хе-хей! Пройдено. Окей. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Это рюкзак каварп потех, принше. Так, рюкзактан жетон дал валам, собственно, жаңадай навыктарды арттыруға көмек етті оны. Хорошие новости, Питер. Кажется, я убедил комиссию по грантам. Главное, чтобы завтра под конкурс... Так, костюмы, костюмы, да, бізде... Емана, что за костюмы? Да, неше түрлі костюм бар ма? Эй, астында тұр ғой менде костюмдар. Сонсы, наларды киіп алуға бола ма не?
Мен еще тургал. Ема, не валено? Хара паук дит. Так, где я бросил сумку? Так, келдик алнеха. Мне сумка. Welcome to. Готовится к вечеринке. Вечеринка улад, походу, на жерге бір қылмыскерлер келетін сияқты ғой. Привет, Питер. Сәлем. Привет, Питер. Сәлем. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. А... Питер, в чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром? О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Угу. Баргельда? Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Очень хорошая подруга, да, не лить? Так. Шайгал нехтан. Не уладкин дальше. Пройдено. Очень хорошая подруга. Пройдено, да? Так. Голосовое от Юрия. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Окей. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Мэ, тун. Тунгу Нью-Йорк, достар. На вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. Кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Ема, паркуну. Я тебя люблю. И я тебя. Жип кадает не жир, жип кожерде. Жанмен бару керек. Так, жигремезен чаю. О, агаш. А центральный парк Нью-Йорка, ма? Достар, походу, жақында отдельно видео түсіретін сияқтымын. Нью-Йорка саяхат жасаймыз деп. Бүкіл қызық жерлерін көрсетіп, әдемі жерлерін. Юрий сказала тихо.
Лучше поискать заднюю дверь. Так. Хоба, деп түскөтөмүз ичине. Түбүлүсөтүн адамдар бар болсо го ичинде. Ема. Ай, бы, ограбление. Я теряю терпение. Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Ай-бай. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Так. Нажак тупик. Нажак арамза. Я. Так. Алцем банан, басхашим жопом. Чтобы никто не услышал. Стреляйте паутиной в стены и предметы, чтобы привлечь внимание врагов Тейда. Удерживайте, чтобы прицелиться. А ногу? Так. Тима. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Нех там гремца. Надо подцепить его сверху. Так, Ема, нажмите для нападения из вентиляции. Оу! Пазар жоп. Осторожно. Подкравшись к врагу сзади, вы сможете бесшумно нокаутировать его. Мя. Тише, тише. Кто-то идет. Здесь меня заметят. Мое терпение истощается. Так, клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю, я просто не знаю. Ах, там цимба. Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Так. Давай, цинь. Ема. Ну ладно, опасно. Если вы нападаете на врага со значком опасности, вас заметят соседние враги Лида. Нажмите В для поиска объектов, подходящих для отвлечения Лида. Ха. Нажмите, чтобы обезвредить спокойного врага, Лид. Выключаем. Блин. Отходу, есть кинжок пикенов? Эй, а что это? Ну не. Фотико. Это же принадлежит. Стоять. А, баррикельда. Знаешь, если бы мне платили за все стоять. Опа-на. Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Пятнадцатью минутами ранее, Лида. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я
Люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Менеджером, козмен управлять этот атом. Так, катана, приписываемая мастеру Масамуне. Пит нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДЖ. Окей. Сигары ручной работы, 20 век. Синкария. Что-то было в новостях? Доспехи татами. Иногда мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Гобелен. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжений между двумя фигурами. Берн Куршу Рыква обязательно. Пейзаж Дейда. Скажите, как будете готовы. Хорошо. Экспонаты руками не трогать, Тида. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. А, красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Хайдарамс. Чё там? Сулежишь? Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Всё, отсорвал мол. Эти два Нио впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Че там, кайда барамзынд? Бутма, кайдамза? Нью Уотер. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого не должно быть здесь. А... Крэг, я перезвоню. А, отсорвал. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Короче, кылмыскерлермен связан ба сондай мына айыл. Так. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет... Так, если врага
что-то встревожит, он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его головой появится Лида. Значит, что вас заметили. Окей. Трупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Ой-бай. Кто проник в мою галерею? Так, она, иски кругрык. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. Қалай кіреміз ана жаға? А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Қалай кіреміз? Ага. Точно, Крэг. Артқа қарайды. Сосын мына жаққа қарайды. Сосын. Ясно. Я тебе не верю. Спокойно, Крокодемс. А Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Так. Нио там, за ними. Но выглядит по-другому. Мна, а ельдиге, мна... Фисканың подружкасы ма, не бәлі? А, міне. Он что-то держит. Маны көреміз, а? Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Хм. Так, 45 мың, 60 мың доллар дей ма? О. Может, части можно двигать? Так, о. Аяғы қозғалмай ма? Может, надо закрыть рот? А-а-а! Аузын жаптым, аха. Вот. О! Почти. О-о-о. Но чего-то не хватает. Да, много, много. Я их уже видела. Взять. Апарып береміз наған. Нет, не так. Мына былай қарауға болады екен ғой. Ё-май, мынаны алу керек қой міне. Все. Вот так. Все. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха? А, бәрекелді. Что там? Орлар келді, орлар. Извините, сэр, вам нельзя. Мэ! Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Так, біз хай бі... А, мына кішкентай бөлмеге кіріп кеттік па? Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Хм.
Да. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Так. Та ну, услышь жрюги в ломане. Да. Има. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Нокаут паутинным ударом, Дейта. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание... Мэх! Хопарган сунгон азерн бэрн. Мэ! Ема! Шум шар жүрген сын. Бишара айылды өлтіріп саған сон. Барабайнки. Так, біреуін өлтірдік. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Так. Как там мина? Приманивайте врагов, развешивая паутину на соседних... Так. А вы так ничего и не поняли. Так. Помолчать. Вот так. Ага. Давай, киллеры, киллеры. Так. Нанын бәрін сөйтіп өлтіру керек па? Опасно дейді. Так, опасно. Так, біреуі келу керек, біреуі келу керек. Сладкий сыр. Потихонечку. Так. Опасно. Анан денесін көрмей керек қо. О, а у Фиска много барахла. Безопасно. Выключаем. Так, безопасно. Ну вот и все. Нет, пустите! МДЖ! Ема! Ай-бай, бас нам бурду. Стой! Нет. Парей! Прячься! Опа! Брать заложников, нехорошо, ребята! Мя! Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! Мя! Ема! Штуками как-то дрался, но знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Мя!
Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Поохочусь на привидений как-нибудь потом. Мя! 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 Вот мы? Мя! Айртса вересің, о? Емано, главный злодей келді. Ай, бай! Мя! Мя! Мя, мя! Мя! Ема, хаш! Мя! Так, главный райда. Наума? Что, было место? Хайда гет колд. Ема, дурс курми ралдх на прием давно. Шкаф тенгис. Не, тумбочка на гестерне. Ема! Мя! Ай, бай! Пары, ули! Мя! Мя! Пары! Ема! Айырдым ғой мен бәріне. Что-то древнее. Түрін қарайықшы ғой. Я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. На маска деген қалай көрген олар? Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Нормально. У Мика? Что, 6 месяцев не было? Базар жоқ төбелес болды, бүгінгі бөлімде, достар. Маған ұнады мына төбелес. Топ. С каких пор Мик стал итальянцем? Все, достар, әрі қарата келесі бөлімде жалғастырамыз. Мына жерде сөйлесет, үйтет, бүйтет, видеоға лайктарыңды басындар, мен мына жерде сохранениен басайын. Келесі бөлімде бұйырса көрсеміз, достар. Видеоға лайктарыңды басындар, сіздермен бірге болған мен Нони. Келесі бөлімде де көріскенше. Сау!